Здравствуйте, уважаемые телезрители! 8 декабря 2022 года были названы имена лауреатов 17-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». На первом месте Павел Басинский с его подлинной историей Анны Карениной. Павел Басинский – писатель, журналист, литературный критик, автор биографий бестселлеров «Лев Толстой. Бегство из рая», «Святой против льва», «Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский», «Страсти по Максиму», «Горький». Подлинная история Анны Карениной – своего рода путеводитель по роману Толстого. Это настоящий филологический детектив. Из отдельных слов, сюжетных поворотов и других улик реконструируется сюжет романа и объясняются его непонятные места. Факты, собранные вместе, удивляют, обескураживают и дают объяснение многим странностям этой трагической истории любви. «Анна Каренина» – пожалуй, самое загадочное произведение Льва Толстого. Почему она до сих пор вызывает споры? Павел Басинский, с одной стороны, исследует роман глазами любопытного и преданного читателя, с другой – оставаясь специалистом в творчестве Льва Толстого. Обращая внимание на детали, прототипы, комментируя темные места и тонко анализируя текст, автор помогает себе и читателю лучше понять феномен романа. «Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует», — пишет Павел Басинский. «Ан Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах», разумеется, не согласившись со мной. Собрав под одной обложкой исторический, культурный, социальный контексты второй половины XIX века, нюансы биографии Толстого и его семьи, цитаты из писем и публикаций, Басинский подсвечивает факты и обстоятельства, которые открывает для нас роман «Анна Каренина» заново. «Анна Каренина» — это сплошной эксперимент и нарушение правил классического романа, считает Павел Басинский. Его книга помогает разобраться, почему этот эксперимент стал одним из вершин мировой прозы и предопределил развитие русского романа на многие годы. Уважаемые телезрители, есть повод встретиться в межпоселенческой библиотеке по адресу город Искитим, улица Пушкина, 40.